195 лет исполнилось со дня рождения классика русской литературы Михаила Салтыкова-Щедрина. Для читающей России он был совестью нации. О его произведениях говорили в литературной гостиной «Зеленая лампа» в формате кинолектория в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Зрители вспомнили биографию писателя, а после посмотрели спектакль Малого театра 1978 года по роману «Господа Головлевы». Мы нашим читателям предлагаем посмотреть спектакль Малого театра «Господа Головлевы», где еще раз они смогут познакомиться с образами, вспомнить, как ярко в творчестве Салтыкова-Щедрина представлены пороки, добродетели и возможность сделать какие-то выводы для себя. Литературная гостиная в библиотеке открывает свои двери для всех жителей округа. Каждую неделю новые кинопоказы, лекции и рассказы об известных писателях и поэтах.